Сейчас прозвучит произведение вокального жанра, которое крайне редко бывает в концертах вот типа нашего. Но других концертов вообще не бывает. Это жанр жестокого романса. Жестокий романс так называют, потому что это, во-первых, это про любовь, но любовь, которая заканчивается трагически. Вот, когда примерно 15 лет мы записывали в Смоленской области фольклорные экспедиции, мы как-то, немножко иронически улыбаясь, наблюдали, как бабушки поют, им это очень нравилось. Вот. Ну, теперь, по прошествии 15 лет, нам это тоже очень нравится, видимо, сильно постарели. Итак, предлагаем нашему вниманию жестокий романс «Вспомним комнату уют».